Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Сегодня речь пойдет опять об аптечных средствах красоты. Я знаю, что многие из вас любят данный цикл вот как бы моих видео. Действительно, таких средств очень много, и в одно видео их, естественно, не уместишь. И как бы вот по три препарата, по три продукта я как бы вот показываю и рассказываю о них в каждом из таких своих видео. И сегодня очередное видео, поэтому, если вам интересно, оставайтесь, а я приступаю. Итак, начну я, пожалуй, вот с такого препарата, как солодки. Корни солодки. Это травка. Все вы наверняка слышали, да, есть и настои корня солодки, ну, про сиропчики такие, да. Прежде всего, от чего он помогает, это при заболевании бронхов, очищает наши бронхи, лечит всякие там трахеиты, бронхиты, как вспомогательная, значит, терапия. Но вот эта трава, она еще прекрасно может нам помочь в каких-то косметических, в решении каких-то наших косметических проблем. Эта трава, я не знаю, может быть, вы слышали или не слышали, так вот, она прекрасно работает на увядающей, на стареющей коже. Она повышает упругость кожи, она борется, помогает бороться с какими-то возрастными изменениями на коже. Она укрепляет, более делает ее эластичной. И, ну, насчет сокращения морщин, наверное, я не буду, конечно, ничего говорить, но мимические морщины, вполне возможно, что она и помогает как-то вот с этим тоже бороться. И еще самое главное направление вот солодки в борьбе с пигментацией. Я говорила миллион раз, что это у меня большая проблема, я уже как бы с ней живу давно. Естественно, я пробовала очень много и продолжаю пробовать различные какие-то средства. И вот попробовала в том числе я и солодку. То есть я как бы ее тоже включила в свою антипигментационную программу ухода за лицом. Значит, ее как бы применяют, вот эту травку, делают компрессы, можно делать тоники, можно просто делать ополаскивание для лица. Если вам эта тема интересна, я сниму просто отдельное видео, покажу, как я это все приготавливаю и как использую. Так что пишите в комментариях, если кому интересно, значит, я обязательно покажу вам это все. А так вот, имейте в виду, стоит очень и очень бюджетно. Опять же, по применению, я еще раз говорю, прежде всего применяется как компрессы. Компрессы, отвары и настойка, если покупать именно травку. Я знаю, что некоторые даже применяют, знаете, сироп. Вот есть, по-моему, такой, он называется то ли сироп солодки, но он содержит в своем составе сахар. И вот здесь, конечно, я бы, не знаю, здесь спорный вопрос, на мой взгляд, я бы не стала применять. Но я знаю, что многие используют даже вот такую форму солодки. Все-таки травка, она как-то, знаете, вот... Мне кажется, она более эффективная и, скажем так, менее содержащая в себе разных каких-то ненужных добавок. Так что имейте в виду, корни солодки, антивозрастное, антипигментационное средство для лица. Так что присмотритесь. Так, следующее средство, опять же, продается только в аптечной сетке. Значит, вот такой крем фирмы или бренда, я не знаю, как это назвать, Clearvin. Возможно, вы уже тоже пользовались, возможно, вы уже применяли, потому что у Clearvin есть целая серия различных кремов в зависимости от проблемы, которая у вас присутствует. Я, естественно, покупаю и вот в очередной раз купила крем отбеливающий этой фирмы. Стоит он очень бюджетно, и в своем составе он содержит в основном одни натуральные компоненты. Очень много различных таких вот масел, травок, экстрактов растительных. Вот данный крем, вот этот Clearvin мой, в частности, он направлен именно на борьбу с пигментацией и даже с веснушками. Значит, в принципе, он неплохо. Он, конечно, я не могу сказать, что он прямо полностью вам отбелит, полностью исчезнут у вас все эти неприятности на лице, но, по крайней мере, светлее он их явно делает. Значит, я наношу этот крем исключительно на проблемные свои зоны, где у меня есть, на лбу, вот на скулах.
И вы знаете, даже можно сказать, что помимо того, что он работает в направлении борьбы с пигментацией, он еще неплохо увлажняет кожу. И посмотрите, достаточно внушительный такой тюбик по объему. Никаких аллергических реакций, никаких других неприятностей он у меня не вызывает. Поэтому я могу вам порекомендовать. И еще имейте в виду, что у ClearVin, как я уже сказала, есть несколько, то есть у них представлена серия, значит, кремов, в том числе, значит, по уходу просто за кожей. У них, по-моему, так он называется. Кстати, вот тот крем, он очень неплохо справляется с какими-то следами от постакне. Да, вот какие-то даже рубцы, какие-то там вот шрамики он может убрать, то есть вот шлифует немножко кожу. Также есть крем для век, но я не пробовала, не знаю. И крем для рук, по-моему, вот так. Ну, в общем, я покупаю этот, я довольна. И, в принципе, как бы вот в комплексной терапии, в комплексном подходе, так сказать, к борьбе с вот пигментацией этой ненавистной, этот крем меня, в принципе, очень даже устраивает. Поэтому присмотритесь, ClearVin продается в аптеке. Так, ну и заключает, в заключении сегодня завершает показ. Вот такое, я считаю, просто, на мой взгляд, потрясающее, просто потрясающее средство. Называется оно RepiVit. Вот это вот коробочка, и здесь вот такая маленькая-маленькая, видите, баночка, всего 30 мл. Вот носик такой, что позволяет очень, так сказать, комфортно и удобно делает его в применении. Чем же замечательно это средство? Значит, сюда в состав входит, ну, такое количество вообще различных трав, которые, экстрактов, которые направлены именно на проблемы, связанные с нашими волосами. Значит, сюда входят и масляные экстракты корней лопуха, и трав крапивы, и мать и мачеха, и череда, и перец красный, и касторовое масло, и различные витаминки, эфирные масла, кедр, эвкалипта, чайного дерева. Слушайте, он вообще называется стимулятор кожного покрова головы. Вот реально укрепляет корни волос и стимулирует их рост. Я не хочу быть голословной, значит, я это средство купила 3 месяца назад и честно пользовалась, это уже у меня второй бутылек. Значит, не хочу быть голословной, я просто вам покажу, вот вы знаете, кто смотрит мои видео, у меня большая проблема с бровями. Я в свое время их перещипала, и вот, знаете, вот с такими вот, как бы, с ниточками я ходила, наверное, больше 20 лет. Да, больше 20 лет. Волосы в этой области в моем возрасте уже отрастить очень проблематично. У кого есть такая проблема, наверное, вы с этим сталкивались. Но я все-таки решила пойти на это, и вот 3 месяца назад я решила все-таки изменить форму своих бровей, но естественным путем, не прибегая никаким микроблейдингам и прочим. Значит, я решила их отрастить. Так вот, я вам показываю результат. Я считаю, что это очень даже неплохой результат для меня за 3 месяца, потому что, еще раз повторюсь, после 40 лет волосы, конечно, вот особенно в области бровей, если постоянно, механически мы на них как-то воздействовали, выщипывали, удаляли, они растут крайне-крайне плохо и медленно. Вот, поэтому я считаю, что вот результат, который я достигла за 3 месяца, это очень неплохой результат, я довольна. И я считаю, что в этом мне прежде всего помог вот этот маленький, так сказать, чудодейственный эликсир. Присмотритесь, RepiVit. Он, конечно, очень маленький. Его здесь хватает, ну, скажем, ну, я, поскольку использовала на области бровей, мне хватает подольше. Если использовать, ну, периодически я делала еще масочки. То есть, поскольку я говорю, очень удобный вот носик, просто вот так по пробору наносить перед мытьем, одевать шапочку, ну, естественно, помассировать, чтобы попало и на волосы, и на кожу головы, помассировать, одеть шапочку, полчаса походить, потом вымыть волосы, как вы это все делаете обычно.
Я думаю, что результат однозначно вас порадует. Так что я прям безумно рада, что я нашла этот препарат. Поэтому я от всей души вам его рекомендую и советую. Присмотритесь, стоит очень и очень дешево, работает прекрасно. Вот такое средство Репивит. Ну вот, друзья мои, поделилась я с вами очередными тремя средствами, из аптеки, но при этом работающим прекрасно как косметические продукты. Надеюсь, видео показалось для вас информативным. Если для кого-то оно окажется еще и полезным, я буду только рада. Спасибо, что посмотрели, спасибо, что были со мной. Я желаю вам всего самого доброго и хорошего, а на этом позвольте мне с вами попрощаться. Пока-пока.